Момент лобового столкновения двух иномарок и грузовика на трассе Казань-Боровое Матюшино попал в объектив видеорегистратора. На повороте в село Усады не смогли разъехаться Toyota Auris, Kia Ceed и грузовик ГАЗ. На съемке видно, что грузовик выезжал из села, водитель хотел повернуть налево и пересекал главную дорогу. По ней ехала Toyota, которую водитель большегруза не пропустил. После удара легковушку развернула и отбросила на Kia, водитель которой ждал, когда освободится дорога и можно будет совершить маневр. В результате аварии пострадала 42-летняя женщина и 4-летняя девочка. Их госпитализировали в травматологический центр РКБ.